apgraizīt. Обрезание. Зидайны. Обрезать младенца. Тобес, когда он ещё изаук пар пусаудзи. Потому что когда он вырастает подростком, он ведь не вымацыць паклаусыць. И он не научен послушным быть. Ты зин кас ир? Знаешь тогда как? Он чайся дурс, он сказал: "Ешь пром на маям". Он тогда хлопает дверь и говорит: "Я ухожу из дома". Не патрик ман тада мама он тэдис. Не нравятся мне такие папы и мамы. Я хочу жить так, как я грибу. Я хочу жить так, как я хочу. Парни, что оно зиме, это сирта. В переносном значении это так. Ешь пром у ситу базницу. Пойду в другую церковь. Не патрик ман читая мацитай. Не нравятся мне эти пасторы. Не каждый ним не кас на лаби. Всегда все плохо. То есть дар не та, он чит, то есть дар не та. Вот это я делаю не так, и это я делаю не так. Увидишь, ты слыкты. И все так плохо. Ешь проем. Ухожу. Он даудзя изет. И многие уходят. Даудзя отнак. Многие приходят. Те, кто обгрызас. А кто обрезается? Piesaņem varu un autoritāti. To tie получают власть, авторитет. Un dzīvo svētīgi dzīvi. И живут благословенной жизнью. Un māca citus. И учат других. Un tā kā redz, ka kāds cits apgraizās. А когда видят, что кто-то другой обрезается. Tad saka, man arī tā bija. У меня тоже так было. Нормал парадигма. Нормальное явление. Издзīvosi. Выживешь. Es nenomiru. Я не умер. Un tu nenomirsi. И ты не умрёшь. Аллилуйя. Аллилуйя. Tāpēc ir svarīgi apgraizīt зидайны. Поэтому очень важно обрезать младенца. Бэрну. Ребенка. Tas ir daudz vienkāršāk. Это намного легче. Nekā to izdarīt. Чем это сделать? Ar pieaugušu cilvēku. Со взрослым человеком. Kurš gadiem. Который годами. Мело. Врет. Runā pretīm. Говорит против.